Волжский участвует в федеральной программе совершенствования системы оказания государственных и муниципальных услуг. Сегодня в городе открылся еще один многофункциональный центр «Мои документы». В Волжском стало еще одним многофункциональным центром больше. Новый офис открылся на улице Космонавтов, 12, что сделало получение государственных услуг для жителей этой части города ближе и доступней. Центр «Мои документы» отвечает всем современным требованиям. Созданы комфортные условия для посетителей. Благодаря электронной очереди вопросы с клиентами решаются более эффективно. Есть даже детский уголок, ведь за документами часто приходят вместе с малышами. Очень удобен для жителей, которые будут приходить сюда, получать необходимые документы, справки, информацию. Так что всем спасибо и всех с этим замечательным праздником. Открытие нового МФЦ стало возможным благодаря участию Волжского в государственном проекте «Мои документы». Сегодня в одноименных центрах можно оформить практически любые жизненно важные документы. МФЦ предоставляют более 230 услуг в социальной сфере, ЖКХ, сферах образования, налогового и миграционного учета, земельно-имущественных отношений, а также в области архитектуры и строительства. Процесс организован по принципу одного окна и ориентирован на самые разные жизненные ситуации. Самое главное в новых наших офисах – это то, что они стали достаточно комфортабельны, удобны и для посещения граждан. Да? Я считаю, что это хороший действительно подарок к дню города. К концу этого года в общей сложности в Волжском будет открыто или отремонтировано 4 многофункциональных центра. В перспективе офисы «Мои документы» появятся и в поселках, входящих в городскую черту Волжского. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».